Одним словом, все идет по плану. И именно эта строчка уже много лет звучит из магнитофонов, многих дворов, платочных лагерей, вообще-то всюду, где есть гитара. А Егору Летову, лидеру группы «Гражданская оборона», в этом году исполнилось бы 49 лет, а песни его актуальны и любимы по сей день. И в память певца в субботу прошел концерт, на котором звучали песни бессмертной «Гражданской обороны». На концерте побывал и наш коллега Владимир Коротников. Он недолго разучивал эти строки, слова как-то сами и надолго застряли в голове Дмитрия. Но иначе и быть не могло. Редкие посиделки под гитару. Вот уже несколько десятилетий обходится без песен «Гражданской обороны». Первый раз услышал, когда учился на первом курсе, получается, в 2007 году. В 2008 он умер уже, то есть в феврале. Получается, месяца за два до этого. Они хотят быть похожими на него. Летов поэт, Летов музыкант, Летов революционер. На сцене и в зале сплошь молодежь. Для нее песни «Гражданской обороны», рожденные в начале 80-х, актуальны до сих пор. В их текстах ничего, кроме правды. Все мы, вот те, кто что-то сочиняет, мы как бы не являемся на самом деле авторами. Мы являемся какими-то проводниками чего-то, что существует вот где-то вот везде. То есть оно везде существует. Для этого просто нужно, вот как бы сказать, вот набраться определенного мужества и подписаться под тем, что ты согласен платить за то, что ты вот к этому подключаешься и это делаешь. Платить иногда приходится очень жестоко и сильно. Его звали не только Егор, по паспорту Летов Игорь, но еще Джа, Дохлый и даже майор Мешков. Последнее имя он позаимствовал у реального человека. Сотрудник омского КГБ Владимир Мешков часто вызывал лидера «Гражданской обороны» на допрос. Интересовался родными, политикой, творчеством. Первые ноты Игорь взял еще школьником, но учеба игре на фортепиано продолжалась недолго. Преподаватель доходчиво объяснил родителям, что у их сына нет ни слуха, ни каких-либо музыкальных способностей. Прошло очень много времени, прежде чем Летов доказал обратное. Сначала были портреты Ленина, затем посев и несложные гитарные аккорды, затем психушка и только после легендарная «Все идет по плану». Границы ключ переломлен пополам, а нас батю с коленем совсем усоп, он расслаб... Екатеринбург. Последнее публичное выступление Летова. Он объехал с гастролями всю страну, но так и не дал ни одного концерта в Омске. В городе, где провел почти всю свою жизнь. Ну, он не хотел никакой популярности. Ему она мешала. Он хотел жить так, приехать в свою квартиру. Чтобы ему никто ничего не мешал. Видеться только со своими друзьями. Спокойно ходить в ларек. Вот. В самом коротком стихотворении Летов напишет: «Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг». В 43 года у лидера «Гражданской обороны» не выдержало сердце. Его не стало там, где он появился на свет. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. Владимир Поротников, Андрей Лагунов, Сибинформбюро.